Основная цель фотоконкурса, объявленного музеем-заповедником, – расширение рамок своей деятельности. Кроме традиционной, связанной с музейной экскурсионной программой и полюбившимися культурными мероприятиями, руководство решило организовать и провести первый фестиваль фотографии – «Фотофест. Озарение». Предложили всем желающим на нашем сайте подать на электронную почту фотографии. Фотографии не просто, они объединены, должны быть общей идеей. Называется у нас этот конкурс «Этюды в горках», потому что мы хотим дать возможность здесь нашим посетителям представить на суд жюри и вообще всех заинтересованных сторон свои любительские фотографии. Фотоконкурс пройдет по нескольким номинациям: пейзаж, портрет на фоне, стоп-кадр, веселые интересные селфи. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте музея. Одно из главных условий фестиваля – фото должны быть сделаны на территории музея-заповедника. До 15 февраля мы принимаем работы, и открытый этап конкурса, само по сути дела, проведение фестиваля хотим провести 18 февраля здесь, в здании научно-культурного центра музея Ленина, где и работы показать представленные, и наградить тех, кого жюри отберет, провести мастер-классы, познакомить с интересными фотографами, дать возможность создать вот такую среду профессиональную, в которой бы людям было бы интересно пообщаться. Свое отношение к фотоискусству на этом конкурсе можно выразить и посредством участника экспозиции фотоаппаратов разных времен. Нужно сказать, что это не наши фондовые предметы нашего музея, это, опять же, отклик людей. Это вот 20-е и 30-е годы. Да. Потому что здесь фоточувствительным элементом, вот если вот в этих аппаратах это пленка, а здесь была пластина. Сотрудники музея планируют все работы по итогам конкурса разместить на своем сайте под постоянной рубрикой «Фотогалерея». Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».